Ну что, девушки, мы в примерочной, и я вам сейчас покажу, что я принесла. Я думаю, что вам понравится, я думаю, что вы получите удовольствие, потому что это не просто так вещи, а интересные вещи. Ну, во-первых, пару платьиц обычных таких я принесла, немножко такое детское, но ну, неважно. Так, я принесла вот эту блузу Валентина, которую, помните, я вам показывала в зале, такая с интересным кроем. Я принесла это платье Стеллы Маккартни, потому что мне было интересно его примерить. Вот оно такое очень интересное. Я принесла брючки Гуччи на сейле. Я надеюсь, что я в них влезу. Ну, на сейле, чтобы вы понимали, там тоже, конечно, цена. К ним я принесла блузу тоже Стеллы Маккартни. Нет, не Стелла Маккартни, это какой-то бренд Мили. Стелла Маккартни были другие. Но она удивительно по цвету подходит к этим брюкам. Смотрите, какие они интересные. Сейчас будем мерить, если я в них не влезу, буду просто так показывать на Мишу. Ну что, я как настоящий блогер. Начинаю с самого неинтересного. Ну, вернее, всякие вот эти вот Гуччи я оставлю на потом. Ну, что сказать, тоже достаточно интересно. Платьице очень симпатичное. Мне оно нравится. $70 стоит летнее платьишко. Немножко мне вот маловато. Вот здесь, если бы оно было large, было бы лучше. Потому что оно medium, и, конечно, на мои эти самые животы, сисяу, оно как бы так очень плотно-плотно сидит. Но это все резинка, поэтому ничего страшного. Ну, в общем, красиво. Мне даже оно очень нравится. Смотрите, какое хорошенькое. Крылышки, и здесь тоже так резинка сделана, она удобная, широкая такая юбка, красивая расцветка, в клеточку зеленая. Если бы мне было надо, я бы подумала над его приобретением, но у меня нечто подобное абсолютно точно есть дома, скорее всего, надо просто поковыряться в шкафу, и я там точно что-то такое похожее найду. Я даже помню, что у меня есть что-то такое, по-моему, в синюю полоску, или, в общем, что-то похожее, платье, сарафанчик такой. Ну, оно миленькое, хорошенькое, красивенькое, прям мне очень нравится, прям у меня жужжит. Но я немножко должна остановиться, потому что я в прошлом видео, в каком-то из прошлых говорила, я занималась перекладыванием шкафа, вещей с места на место. Я понимаю, что мне вообще покупать одежду сейчас, это просто вот безнравственно. Но красивенькое платье, хорошенькое. Посмотрю состав, наверное, синтетика, но проверю, потом вам расскажу. Ну, в общем, она все, конечно, полиэстер. Причем вот такой вот бренд. Нигде нет размера. Вот смотрите, вот здесь вот такая вот его. Это так интересно. Я только вот здесь увидела, что medium написано на вешалке. Но это они прицепили лифт. По-моему, мне кажется, что оно small. Оно такое маленькое. Ну, может, и medium. Посмотрите, видите, цена. И так странно, нигде нет. А, вот, слепая я. Вот medium. Есть цена. Ну, знаете что, оно так интересно сделано, оно вот здесь вот все это вот эта вот сборка, 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 и вот так вот оно прошито вот какой-то таким вот таким швом. Очень симпатично, очень интересно сделано. Симпатичная ткань, конечно, но синтетика. Жаль. Это прям мне очень нравится. Прям очень нравится. Это тоже medium, всего лишь $40 оно стоит. Я думаю, что это хлопок. Ну так, вот обычно шитье это, оно же обычно... Обычно хлопок. Причем оно, видите, разное. Здесь цветочек, здесь в такую вот точечку. А у него есть подкладка. По всему платью идет подкладка. И оно очень хорошенькое. Посмотрите, какое хорошенькое. Летнее. Ну, даже как бы немножко великовато. А вот это вот можно так распустить, развязать. И оно будет такое прямое. Сейчас я вам покажу. Оно, собственно, так и висело. Вот это не было завязано, не стянуто. И оно получается вот такое вот. Широкое платье, свободненькое такое, нигде не жмет, не давит, симпатичное платьице. Проверю сейчас состав, интересно, $40 всего лишь, недорого. Внизу воланчик такой, симпатичный.
Так, в общем, оно все хлопок. И само платье, и подкладка. Подкладка, видите, здесь есть, на спине вот нет подкладки. И есть подкладка внизу. До самого низа платья. Вот здесь. И все хлопок, девочки. И платье, и подкладка. Очень симпатичное платье. Всего лишь $40 оно стоит. Ну как всего лишь? Ну это недорого, не очень дорого. И сделано оно в Индии. Выглядит очень симпатично. Я думаю, что его скоро купят, потому что за $40 чистый хлопок и платье, и подкладка. И плюс оно такое, знаете, просторное. Очень трудно продается размер small, extra small. А вот даже medium, но он такой широкий medium, в принципе, я думаю, что его скоро уведут, потому что такие, знаете, побольше размеры, чуть-чуть посвободнее, они довольно быстро раскупаются. Знаю по себе, сама ищу всегда что-нибудь посвободнее. Так, тяжелая артиллерия. Значит, здесь у меня две вещи. Джинсы и вот эта блуза от Валентина. Блуза очень дорогая. $1300. Честно говоря, я даже вот меряю такие вещи. У меня какое-то, знаете, ну, как будто... Ну, как-то это неправильно. Не должна шмотка столько стоить. Причем это дисконтный магазин, вы понимаете, да? То есть... Сейчас жду, пока там, перестанут хлопать и скрипеть дверями, потому что здесь такой магазин, здесь двери вот эти, их никто не смазывает. И по соседних примерочных вход-выход, плям-плям дверями, и мне очень... Кажется, что это очень громко. Может быть, вам так не слышно, но мне очень слышно, поэтому я жду. Короче, $1300. А, сколько оно стоит Валентина, это другую вещь, по-моему, я нашла цену валентиновскую. Ну, что вам сказать, он прикольный, это классно. Я уверена, что это шелк, я уверена, что это очень хорошая ткань. Это вот такая вот блуза, у нее нет швов. Видите? Вот до сюда она, вот здесь вот она зашита от рукава, и вот здесь она идет такая, в свободном полете. Ее нет размера, у нее нет размера. Я думаю, что это one size, безразмерная, потому что она... Ну, потом я посмотрю. Она может подойти любому человеку. Я не знаю, на кого она не налезет. Я думаю, на кого угодно. Это, конечно, прикольно и очень красиво. Очень красиво. Необычно, красиво, шикарно, я бы даже сказала. На $1200, девочки. Да, ну вы поняли. Дальше джинсы. Я думала, с чем бы ее померить. Искала какие-то брюки, но не нашла никакие брюки и решила принести джинсы. Вот такие вот драные джинсы. Это сейчас ужасно модно. Вот именно дырка, вот такие вот большие дырки на коленях. Снова они вернулись, снова они вошли в моду. Я люблю дырки, мне это очень нравится. Я вам должна сказать, что джинсы классные. Я вот их примерила, я вам сейчас их покажу. Они тоже из какой-то типа люксовой, не люксовой, а какой-то такой линейки непростой. Но они довольно дешевые, тем более они на распродаже. И я, наверное, их сейчас померю, может быть, вот с этой блузкой, чтобы показать вам, как они выглядят. Потому что они вот очень красиво так сидят. Знаете, высокая посадка. Но потом, наверное, я вам покажу с чем-то другим. А пока что я не хочу вас отвлекать от этой блузы. Боже, когда они перестанут уже ходить туда-сюда? Вам слышно вот это или нет? Может быть, я зря вот напрягаюсь? Вот это хлопанье и скрипение. Скажите мне, напишите. Ну, короче. Ой, как красиво, девочки, нет сил. Вы знаете, я ошиблась, у нее есть размер. Это 42-й европейский, итальянский 42-й, вернее. Ну, то есть она не совсем безразмерная. О, как-то я ее криво повесила. Какое неуважение к такой дорогой вещи. Сейчас. Вешалки такие галимые, ужасные. Так, значит, это вот Валентина, сделана в Италии, 100% шелк. Вот здесь надписи, видите, Валентина. Если кто не поймет, чтобы вы понимали. И вот так вот сделан рукав. И вот такая вот цена. Валентиновскую цену я не нашла. Здесь вот этикетка, много чего написано, но цены Валентина нету. Красивая вещь, но вот почему-то сделан шов на пузе. Как-то это неправильно за такие деньги, правда? Ну, то есть я понимаю, что тут ушло 5 метров ткани на нее.
чтобы сшить такую блузу, нельзя же ее как бы полностью целиком цельнокройную. Даже для Валентины это слишком. Но все равно, как-то, знаете, не задешево. Ну, то есть шили из двух кусочков. Все-таки пожалели шелка. Одним куском, хотя за такие деньги должны были бы. Но я должна сказать, что рисунок совпадает. Видите? За это им плюс. И вот здесь сверху рисунок совпадает, так что, ну вот, молодцы. Все-таки молодцы. Так, я показываю вам джинсы с блузкой. Эта блузка тоже не пальцем сделана, она стоит $130, тоже не. Потом посмотрю, потому что я с ней хочу померить еще вот эти гуччевские штаны. Она очень симпатичная, очень так неплохо села, немножко мне маловато, вот эти чуть-чуть. Наверное, тоже шелк или что, потом посмотрю. Какой-то бренд мне неизвестный, так неудобно здесь вот эти вот все вот штуки, сенсоры пластиковые, ой, как они мешают. Миллион этикеток там у меня сзади болтается. Но блузочку я взяла так, в основном для того, чтобы примерять с ней брюки, джинсы, а вообще вам хочу показать эти джинсы. Они мне безумно нравятся, девочки. Такие, знаете, высокая посадка, сели так хорошо, красивые вот эти дырки такие модные. Надо посмотреть, как они сидят сзади. Мне прям нравится, как они сидят. И стоят они всего лишь ничего, $40, а стоили 50. Но они какие-то такие не слишком дорогие, не слишком дешевые. Честно говоря, я дала себе слово не покупать джинсы, потому что я надеюсь похудеть, и тогда они у меня станут велики. Но не знаю, или этот чудный миг произойдет и случится, но мне нравится их длина, вот что они такие. У меня, в принципе, не очень высокий каблук, то есть не то, что они прям, видите, каблук невысокий, поэтому не то, чтобы они уж прям такие длинные-предлинные, но они такие ободранные внизу, очень классные. Как они мне нравятся. Давайте посмотрим на них сзади. Не обращайте внимания, это вот в этой блузке сзади завязки. Ничего. Ничего. По-моему, неплохо. Как вам кажется? По-моему, ничего. Сейчас я посмотрю на себя сама сзади, чтобы понять, стоит ли мне их брать или нет. Так, джинсы вот такие. Вот так называется вот так бренд. Стоили они 49, сейчас 39. 30 размер. Ну, это такой. Я даже думала, ну, они, видимо, просто в большей мере. Потому что меня явно больше, чем 30. Где-то 32 мне надо. Ну, вот такие дырочки. Прям так вот разрезана. Прям такая дыра. Что-то мне нравится, они, знаете. Цвет хороший такой. Единственное, что, опять же, я надеюсь, что я похудею, тогда они мне станут велики. Ну, вряд ли я похудею. Да. Люди покупают вещи на, знаете, ну как бы, на то, чтобы похудеть, покупают маленькие, а я наоборот. Покупаю большие в надежде, что вдруг я похудею, они мне станут велики. Ну что, девушки, брючки Gucci. Шикарные. Я... Конечно, тоже, наверное, шелк. Идеально мне подходит, идеальная длина. Цена невменяемая вообще, то есть совершенно нечеловеческая. Причем они на распродаже, потому что они повреждены. Повреждения, это у них нету здесь пуговицы. Я подозреваю, что кто-то срезал. Вроде как, помните, я вам показывала платье Gucci, которое висит там со срезанными пуговицами, с оторванными. Так вот, наверное, здесь тоже была пуговица Gucci, и ее, видимо, оторвали. Не знаю. Ну, нету пуговицы. Пуговица здесь фигня, на самом деле. Можно заменить, пришить любую. Но, слушайте, даже на распродаже они стоят $810. Так что вопрос даже не обсуждается. Но они классные. Такие красивые. Так красиво сделаны. Внизу вот этот отворот в горошек. И прямо абсолютно идеально мне по длине. И даже с этой блузкой прямо они очень-очень... Красивые штаны. Такой расцветки, девочки. Мечта. Такие красивые. Это уже второй раз. Я здесь, помните, мерила брюки. Не помню. Тоже какие-то такие люксовые были. Очень хорошие. Кстати, этого уже ничего нету. Все это уже купили. То, что я тогда примеряла. Платье такое сиреневое. Помните, красивое. Тоже уже все купили. Брюки классные. Просто классные. Очень мне нравится. Прям очень.
ну вот они брючки вблизи. Я подозреваю, что у них еще был ремень, судя по тому, что здесь есть вот эти вот штуки. А может и не было, а может и был, не знаю. Тоже, наверное, его звезданули вместе с пуговицей. Короче, вот цена. $1000, сейчас они стоят 810, видите, написано as is, это значит, что они повреждены. То есть пуговица, может быть, ремень был, и, в общем, короче, которого нету. 100% шелк, бесподобной красоты расцветка. А здесь не горошки, а звездочки. Я думала, что это здесь... улетели. Я думала, что это здесь горошек, а это звездочки. Очень прикольно, очень прикольно. И очень такая, прямо такой рисунок, просто произведение искусства. Ну и размер 44-й. Итальянский, очень много этикеток, гуччевской цены нету. Да, красивые брюки. Блузка 94% шелк, то есть, в принципе, она неплохой состав. У нее какой-то бренд, я вам сейчас покажу. Это small размер, поэтому она мне так была маловато. Ну вот рукавчик на резиночке как-то уже так не очень. Тоже, между прочим, здесь это самое на позе шов. Вот такой воротник стойка. Сзади у нее бант завязывается. Я, честно говоря, думала, что это спереди. Взяла ее и подумала, что это спереди. Я так рада, что я ее уже наконец-то сняла. Ого, она была $395 у них. Это бренд вот такой называется, Милли. Да, 395. А здесь она стоит 129. И я так рада, что я ее сняла, потому что здесь все вот эти вот этикетки, которые вот это, которое я заправила, пыталась заправить внутрь, чтобы как-то, ну, эстетично выглядело, впивались в меня и кололи, и драли мне шею так, что я просто не могла уже в ней терпеть. Кошмар. Но она сыграла свою, как бы, роль. Она потрясающе подходит к этим брюкам Gucci и неплохо выглядела с этими джинсами. И вишня на торте. Платье от Stella McCartney. Платье очень оригинальное, очень необычное. На мой взгляд, немножко много в нем наворочено всего. Я вам показывала его в зале, и мне просто стало интересно посмотреть, что здесь происходит с ним. Во-первых, чуть-чуть оно мне великовато. Вот в плечах, здесь, кстати, плечики вставлены. Это 42, по-моему, размер. Но, в принципе, нормально так по размеру. Немножко, видите, большой вот. Шуретка, у меня вообще все маленькое. Так. Значит, что здесь происходит? Здесь вот сама основная ткань пришит вот такой вот кусок красного вот этого вот парчи. Не парчи, а красной такой ткани. Вот эти два пояса, по-моему, как-то лишние. Это я сейчас критикую Stella McCartney, чтобы вы понимали, да? И вот такие вот здесь два рукава медленные. И вот таких вот два... Как не, это не карманы, но я все время норовлю в них засунуть руку. Это такие как будто фалды пришиты. В общем, ну такой фасон. Короче, такой фасон юбки странный, вот с такими вот вшитыми красными кусками. И они вот так вот красиво так болтаются. Оригинально, красиво. Я должна сказать, что это красиво. Пояс бы я вот этот как-то переделала, убрала, может быть. Может, просто это мне не подходит, я не знаю. Может, он мне просто большой. Мне кажется, он мне великоват, потому что он вот тут вшит. Ой, я не себя снимаю, а стенку. Я пыталась его как-то затянуть побольше, но не получилось у меня. Стоит оно, конечно, дофига, но, конечно, красивое платье, очень-очень красивая расцветка, очень подходит к моим босоножкам, прямо очень. Я сегодня как чувствовала в сиреневых босоножках, вот такое вот платье примеряю, вот это все розовое, которое тоже все подходит к сиреневым босоножкам, но к этому платью прямо очень-очень идеально. И все мой размер, знаете, девочки, как это не противно. Вот, вот такое вот платье. Оно тоже, конечно, 100% шелк. Абсолютно потрясающе красивая расцветка. Я вам сейчас так вот покажу ее, чтобы вы оценили. Посмотрите. Как будто прям картина, произведение искусства. Просто ткань обалденная, совершенно красивая, шелк. И вот это шелк. Видите, какое интересное. Очень интересное платье, необычное, такое нестандартное.
Ну, вот это, по-моему, на мой взгляд, лишнее. Как-то вот эти вот металлические пряжки как-то его дешевят. Хотя на поясе, видите, написано Стелла Маккартни. Так для этого, наверное, и был приделан пояс, чтобы вы... А, вот здесь тоже написано. Ну, вот они любят писать вот так, чтобы не лейбла большая, а вот так вот по чуть-чуть написано легонечко. Видите, сзади оно вот так вот здесь пришит, вшит вот этот вот пояс, он пришит. А, это вот их этикетка. Вы знаете, тоже цены Стелла я не нашла. 42 размер итальянский. Почему итальянский? Стелла Маккартни — это английский. Сделано в Венгрии, интересно, правда? А, европейский 42-й. Красивое платье. А цена? Минуточку. $1000. Ну что? Ну, по-моему, вас уже ничем не удивить, правильно? Мне кажется, что это уже вы уже привыкли к нашим ценам. И вот так вот. $1000, ну, $1000. Все у меня, видите, в такой гамме сегодня. Розово-сиреневый. Все у меня сегодня в розово-сиреневой гамме, потому что я сама в розово-сиреневой гамме пришла. Видите, у меня такое платьице, между прочим, из Массимо. По-моему, покупала вместе с вами. Сейчас вот пришло время как раз его носить. А, все, девочки, ну, такие у нас были сегодня примерки. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте. Засим целую. Увидимся в следующем видео совсем скоро. Пока-пока-бай. Всем привет из Канады.